Там вот наш Маркус. Интересно, как он будет слазить оттуда. Паш, ты будешь слазить? А то я бы тебе на камеру заснял, как ты будешь слазить. Комары атакуют, но я сегодня в штанах и в кофте. Я от них хорошо защитился. Вон, мой брат слазит сюда вниз. Очень красивая девочка. Мой брат уже спустился. Это Василиска наша. Упрямая девочка, но молоко вкусное. Упрямая в том смысле, если куда ее захочешь повезти, ее нужно очень сильно толкать, чтобы она пошла. А вместе со стадом она пойдет. Нет, они подходят. Там вот осталось пару коз, но они подходят потихоньку. Паш, да пусть там стоят. А? Пусть там находятся. Не, а можно по дороге побольше. Куда?